Жителям Красного Поля пообещали, что к середине января начнут решать финансовый вопрос по строительству дороги к детскому саду. Трассу в поселке Кучелябинском чиновники не могут сделать больше 2 лет. Родители с детьми ежедневно утопают в грязи, либо пробираются с колясками через лес. Все потому, что по документам часть дороги находится на землях лесфонда. Чтобы начать строительство, нужно получить специальное разрешение. Ранее мы отправляли запрос в администрацию Сосновского района, чтобы разъяснить ситуацию. Ответ поступил только сейчас. В настоящее время проектная документация загружается для прохождения госэкспертизы. Ожидаемый срок получения заключения – вторая половина января 2022 года. После получения положительного заключения госэкспертизы администрация Сосновского муниципального района будет запрашивать финансирование для строительства данной автодороги. Как живем? Судя по всему, жителям придется еще долгое время добираться до детского сада по грязи и ухабам. Бюрократические вопросы могут затянуться, тем более вопрос с финансированием еще не решен.